Хакасию приходит похолодание, погоду испортят дожди и ветер. В понедельник ночью плюс 3,8, днем почти так же, 7,12. Со вторника значения термометров резко опустятся, и уже в среду ночью стоит ожидать небольшие заморозки. В светлое время суток воздух прогреется до 12-17 градусов со знаком плюс. В четверг и пятницу немного потеплеет. Синоптики говорят, что вернется бабье лето. Днем будет около 13-19 градусов выше нуля. В выходные, как и всю неделю, возможен небольшой дождь. Наиболее вероятные значения температуры в темное время суток – плюс 2, плюс 7, светлое – 10-15.